Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Продовжуємо спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ, а також на нашій YouTube-сторінці. Долучайтеся туди неодмінно для того, щоб поставити свої запитання. І ці запитання ми можемо озвучити у ході нашої бесіди із запрошеними героями, спікерами нашого ефіру. Тому що далі будемо говорити про важливі речі, які мають значення. Зокрема, чесно кажучи, мене, наприклад, турбує питання того, що росіяни почали використовувати дешеві дрони виробництва, ну, ледь не там купуючи двигуни на платформі китайській AliExpress для того, щоб максимально здешевлювати їхню вартість, як говорив буквально на днях спікер командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він казав, що ось ці дешеві дрони, які полетіли до України вже другий день поспіль, літають над нашою територією. Вони зроблені буквально таки із певної відомої субстанції, яку, ну, не варто неетично називати в ефірі, і палець. Але це для нас аж ніяк не втіха, що таким виробництвом займаються росіяни. До цього ж, до цієї субстанції палець вони додають іще й двигуни, котрі на Аліекспресі можна купити за 18 тисяч гривень. І в підсумку складають щось притомне, що летить на нашу територію, що може вибухати, що має кілька кілограмів вибухівки, як повідомив той же Юрій Ігнат. Ну і, направду, воно становить певну небезпеку. З приводу чого саме воно становить головну небезпеку? Говоримо про ті стаціонарні об'єкти, куди можуть прилітати ці дрони. Зрозуміло, якщо вони зроблені банальним чином, просто пластик найдешевший, вони і не настільки видимі для засобів протиповітряної оборони, тобто виявити їх не так-то й легко. І з цим питанням, по-перше, хочеться розібратися, що ми можемо протиставити, скажімо так, виявленню ось таких дронів. Це перше питання, так? Друге питання полягає у тому, що, власне, здешевлення таких дронів, якщо уявимо, що в ньому є двигун за 18 тисяч гривень, куплений на Аліекспресі, якщо додамо до цього двигуна, ще до 18 тисяч гривень, якусь найпростішу систему геолокування, я не знаю, чи це ГЛОНАСС, чи GPS, чи, можливо, якимось іншим чином там можна задавати координати, і що це взагалі таке, це поки що мало інформації, але будемо намагатися з'ясовувати, то вкупі і буквально такі найдешевші ще елементи, з яких можна виробляти сам корпус такого дрона або літака, можна так сказати. Так от, все це вкупі складає дуже таку тривожну цифру. Дрон за вартістю менше $1000, ну, за моїми підрахунками. Так це чи ні? Чи можна такі дрони виробляти? Що, яку небезпеку вони складають? І чому Україна таких дронів не виготовляє? Далі говоримо із військовослужбовцем Збройних сил України Юрієм Касьяновим, котрий також є знавцем у сфері безпілотної авіації. Пане Юрію, мої вітання вам. Добрий день. Отже, розпочнімо якраз із теми того, наскільки велику загрозу складають ось ці дрони, про які говорять повітряні сили, які вже два дні атакують Україну, прості і максимально дешеві. Якщо навіть за словами речника Юрія Ігната, він має кілька кілограмів вибухової речовини на собі. Кілька кілограмів – це що таке? Це що за загроза, пане Юрію? От якщо так порівнювати, на що вони можуть бути спрямовані, такі дрони? Ну, я буду відповідати російською мовою, мені поки що так зручніше. Без проблем. Смотрите, ну, вопрос не в том, сколько кілограм несут эти дроны, а в их количестве. На самом деле, вот это совершенно неверное представление о том, что дрон должен быть большим и нести много взрывчатки. Он должен куда-то попасть. Если он несет даже много взрывчатки, то он может просто никуда не попасть в силу того, что его там заглушили или сбили. Что еще более вероятно, потому что большой дрон очень хорошо заметен на экранах радаров, его видно визуально, его легче сбить. С маленькими дронами ситуация гораздо сложнее, и чем меньше дрон, ну, пускай он там несет 2-3 килограмма взрывчатки, тем больше шансов у него проникнуть в систему ПВО, в систему РЭП и добраться до цели. Что такое 2-3 килограмма взрывчатки? Ну, поверьте, это достаточное количество, чтобы строить хороший переполох в Киеве. И я надеюсь, в Москве такие дроны, тоже, которые все смеются, говорят, что россияне делают сейчас дроны, из чего попало, с мотором из AliExpress, ну, наши дроны такого же свойства долетали, в том числе и до Москвы. Именно наши украинские. И ничего смешного в этом нет. То есть наравне с дронами, которые стоят
у нас стоит там по 200-300 тысяч долларов, до Москвы долетали дроны, стоимость которых там меньше 10 тысяч долларов. Это не секрет. И, как мы видим, эффективность тоже достаточно высока. Опять же, мотор с AliExpress, в этом ничего абсолютно смешного нет. В общем-то, на AliExpress можно купить, это мировая торговая площадка, можно купить все необходимое для сборки шахеда. Ну, я имею в виду условного шахеда, дрона «Камикадзе», который обладает свойствами шахеда. И даже более сложные дроны можно все детали купить на AliExpress. Я думаю, что на AliExpress можно купить деталь для того, чтобы собрать космическую ракету. И это, тут ничего даже смешного нет. Сейчас технологии настолько продвинулись, что условный мозг дронов, он находится в вашем мобильном телефоне. Мобильный телефон можно без особого труда приспособить для управления дроном. Там есть все необходимые функции, все необходимые датчики, и приемник GPS, и самый простой мобильный смартфон, он будет с успехом справляться с тем, чтобы дрон долетел, скажем, условно, из Києва до Москвы. Проте, якщо повернутися до того запитання, з чого ми стартували, ви кажете, 2-3 кілограми – це, ну, це можна влаштувати значний переполох. Конкретно, в прикладному сенсі, пане Юрію, що, яку загрозу, для чого він може становити? Наприклад, він влучає в лінію електропередач і її знищує. Чи це може бути в щиток, енергорозподільчий якийсь елемент, так само може його знищити? Чи це можна припустити, що такі дрони можуть завдати значної шкоди стаціонарним системам протиповітряної оборони? От на що він реально, його загроза найбільше складає? Ну, по опыту этой войны и опыту сейчас израильской войны, можно сказать, что такие дроны представляют большую опасность в первую очередь для открыто стоящих самолетов на аэродромах базирования, потому что 2-3 килограмма осколочно-фугасного заряда делают из самолета решето, и он после этого не летит. Также они опасны для систем ПВО стационарных, тех же С-300 и С-400, потому что они не заточены, эти системы, на распознавание и удары по малым дронам. Поэтому у малых дронов куда больше шансов долететь до стационарных пусковых установок, которые тоже не бронированы, так же, как и самолеты на стоянках, до радиолокаторов и нанести такие повреждения, после которых эти установки и локаторы уже не могут быть использованы долгое время, либо просто сгорят. Опять же, если мы говорим про открытые склады, это достаточно 2-3 килограмма, чтобы произвести детонацию боеприпасов на открытых складах. Железнодорожные вокзалы, узлы, по которым может быть нанесен массированный удар такими маленькими дронами, тоже очень сильно пострадают. И это внесет сумятицу в логистику противника. Ну, вы правильно сказали, это всевозможные электросети, да все что угодно, включая штабы, включая там Министерство обороны противника и так далее. Окей, тоді, якщо повертаємось, я справді з вами розділяю ось цю ноту того, що це не смішно. Ми говоримо про ті дешеві дрони, якими росіяни вже другу добу атакують Україну. Ті дрони, про які в інтернеті ви могли прочитати, що виробництво їх доволі, насправді, не стільки виробництво, скільки сам двигун такого дрона коштує лише 18 тисяч гривень. І от Юрій Костянов каже, що з цього немає чому сміятися. Насправді, я розділяю ось такі перестороги пана Касьянова з приводу того, що це не смішно сміятися з росіян, що вони виготовляють дрони от з будь-чого, з палець певної субстанції, як люблять жартувати у народі, і двигунів за 18 тисяч гривень, які можна купити на AliExpress. Наскільки, однак, масовим в такому випадку може бути виробництво ось таких дронів? Чи можна сказати, до речі, так, не змінимо акцент, чи можна сказати, пане Юрію, що росіяни, зокрема, після візиту Путіна, можливо, отримують зараз більше подібних дешевих, наддешевих двигунів і зможуть їх масово виготовляти? Після візиту Путіна мається на увазі до Китаю. Чи це все ж таки радше якісь приватні ініціативи, прямі поставки з AliExpress, які чомусь купують росіяни, але не купуємо ми? На самом деле, вот не надо привязываться к тому, там, о чем говорил Путин в Китае, с кем он общался. И к AliExpress можно не привязываться, потому что двигатели для таких дронов могут стоить и $100. Это может быть использован любой двигатель, относительно любой двигатель от мотокосы, либо бензопилы, который
путем нехитрых переделок будет выполнять функции авиационного двигателя и вполне подойдет для такого дрона. И я скажу, у нас в Украине уже давно делают дроны камикадзе с такими моторами, разными коллективами делаются, успешно летают, успешно поражают цели. Также и всякого рода комплектующие можно купить не только на Алиэкспрессе для этих дронов, и сделать здесь какую-то блокаду, чтобы с Алиэкспресса Россия не покупала, практически бессмысленно, потому что львиную долю этих комплектующих Россия сейчас производит сама. Да, это старые технологии, да, там эти процессоры большого размера и весят в 10-20 раз больше, чем современные процессоры, но Россия это производит. Она производит электронику и для своих крылатых ракет, и для баллистических ракет. Поэтому, опять же, тут ничего смешного нет. Мы делаем то же самое. Мы покупаем детали на Алиэкспресс либо в другом любом месте, где это доступно. Мы делаем такого же рода дроны. Я не скажу, что они стоят $1000. Это неверно. В среднем цена там стартует от $4000. Это больше связано с качественными антеннами GPS, с качественными автопилотами, чем там дешевыми или там супердешевыми моторами. Потому что тут дорогой мотор особо и не нужен. Надо долететь где-то на 500-1000 километров, а это 5-10 часов полета, и любой малоресурсный двигатель, дешевый, там, за $100-200 справляется с этой задачей. Это я вам говорю точно и ответственно. Вопрос в другом. Вопрос в количестве этих дронов. Потому что этих дронов надо очень много для того, чтобы перегрузить вражескую ПВО, чтобы враг расходовал много драгоценных зенитных ракет, которые стоят в десятки, в сотни раз дороже. Для того, чтобы какой-то из этих дронов при массовом запуске по цели прорвал систему ПВО просто потому, что там кончились ракеты, и достиг бы цели и поразил ее. Это совершенно оправданная цена, потому что взять, если ту же американскую ракету «Атакам», то она, скажем, не такая уже высокоточная. Ее задача не в этом. Она прилетает и накрывает цель площадным огнем с помощью суббоеприпасов, которые разрываются на вражеских аэродромах и осколками поражают самолеты. То же самое могут делать и значительно дешевле, и делали уже, и делают сейчас прямо украинские дроны. То есть у нас просто внимание очень приковано к тому, насколько нам помогут или помогают союзники. Но поверьте, что у нас делается то же самое, и, к сожалению, чаще всего делается и в инициативном порядке, просто людьми, иногда помогает государство, определенные чиновники, но нет цельной какой-то государственной программы. Потому что если была такая программа, совсем несложно производить в месяц в Украине 1000-2000 таких дронов. На сегодняшний день их производится просто там десятки, в лучшем случае сотни в месяц, сотни, может быть, там. А этого абсолютно недостаточно, потому что для того, чтобы поразить, гарантированно поразить один вражеский аэродром, тот же Луганский, надо порядка 50 таких дронов. По цене это будет дешевле, чем запускать американские ракеты, которых нам поставили ограниченное количество. Но если мы сможем такие дроны запускать по вражеским аэродромам хотя бы раз в неделю по каждому аэродрому, то вражеская авиация будет там либо поражена, либо вынуждена будет откатиться назад вглубь России, а оттуда им гораздо дольше лететь и меньшую бомбовую нагрузку они несут. Это для нас большой плюс, потому что чем дольше они летят, тем больше у нас времени для подготовки к налету, для нашей пехоты, которая сидит в окопах, для наших прифронтовых городов. Вот. А если чем меньше бомб они с собой могут взять, потому что на большую дальность надо еще и топливо нести, то опять же это для нас большой плюс. Поэтому, на мой взгляд, я давно об этом говорю, это должна быть большая государственная программа. Не просто посмеяться в сети над тем, какие россияне-дураки делают дроны из говна и палок. Они молодцы в этом плане, это надо признать, и надо делать то же самое, и много. 100%. Я з вами не можу не погодитися, що це може бути таким способом, який і би ми могли б використовувати. Проте, все ж таки, уточнити хочу. Ви кажете, що ціна такого, наприклад, російського дрона або аналога, який ми маємо, так само виготовляємо, але в недостатніх кількостях, те, що от ви щойно говорили, вона складає скільки точно? Якщо не $1000, то скільки? Я не можу сказати вам точно, бо кожен дрон во многому індивідуален, но
целом, так сказать, отчасти специалист в этом вопросе, я скажу, что от 4 до 10 тысяч долларов. Угу. Ну, це не такі далеко не підйомні кошти, якщо порівнювати навіть з вартістю, це, правда, я що... Це ціна артилерійського снаряду калібра 155 мм, либо 152 мм, тисячі яких розходуються кожен день. Одного снаряду? Одного снаряду. Це ціна одного снаряду. Це той же артилерійський снаряд, але високоточний, який летить за сотні кілометрів. Вот и вся разница. У нас почему-то принято считать, вот, сколько он стоит, там, $1000 или $2000, а то, что каждый день мы тратим тысячи снарядов, а порой, когда идет массированная операция, десятки тысяч снарядов, которые просто выстреливаются по площадям, потому что так ведется война, и не все, они далеко не все попадают в цель, ну, на дистанции 10 километров расход снарядов 155 миллиметров для уничтожения одного танка, это 200 снарядов. Вот и посчитайте. Понимаете? То есть у нас как-то считать не умеют чужие деньги. Мы получаем сейчас пока снаряды бесплатно в счет будущих поколений. А то, что надо дроны делать за наш счет сейчас, вместо того, чтобы мастить дороги, ремонтировать дороги, строить там ледовые дворцы, стадионы и заниматься противщим украшательством, вот об этом не думают, к сожалению. Ну, давайте тоді перейдемо до практичного. От ви так слушно кажете, це займається багато місцева влада зараз на місцях. Справді є ось ця вже тривалий час хвиля невдоволення, мовляв, чому ви будуєте дорогу, там, чому ви будуєте стадіон, чому ви ще чимось займаєтеся, а не закуповуєте дрони. Багато хто використовує аргументи, мовляв, ну, в нас в суспільстві ж є тільки дрони, це називається Mavic, умовно кажучи. Мавіки так на державному рівні не закупиш, або на місцевому рівні не закупиш, тому що це Китай, він їх продає, він не захоче продавати державним органам, всі подібні закупівлі потрібно проводити через приватні закупівлі. Окей, нехай буде так. Але для виробництва ось таких дронів конкретний механізм, що можуть зробити, наприклад, місцеві громади, умовно кажучи, якоїсь району, я не знаю, Хмельницької області, для того, щоб наситити фронт такими подібними розробками, дронами на велику дальність і з невеликою кількістю навантаження кілограмів вибухівки, або FPV-дронами, або, ну, що йде не так? Ми з вами вже десятки разів говоримо в ефірах про те, от ви раніше говорили, немає єдиного центру в державі, який би опікувався виробництвом дронів. А він же є? Що йде не так тоді? Чому росіяни можуть поставити ці дрони, а ми ні? Ну, во-первых, нет у нас такого єдиного центру, у нас... производством, применением, закупками дронов занимаются все подряд, начиная там с Министерства обороны, Генерального штаба, СБУ себе покупает, ГУР себе покупает, Национальная гвардия себе покупает, СВР себе покупает, МЧС себе покупает, СВЕТ покупает, все разное, никаких центров нету, никакой единой политики нет, поэтому покупаются сотни разных моделей, которые очень трудно в войсках изучать и применять, потому что они, хоть и все чертовски похожи, но немного разные, и это очень вредит пилотам, обслуживанию, боеприпасы трудно сделать для всех разных. Пан Юрий, ну а как же армия дронов від Мінцифри? Армия дронов – это прекрасный проект, который, к счастью, появился у нас, который смог в обход бюрократических систем Министерства обороны что-то закупать, но у армии дронов тоже нет полномочий быть единым центром государственной политики, понимаете? Они не могут приказать Министерству обороны, что вот есть единая политика. Они даже не имеют права ее разрабатывать. То есть каждое ведомство работает само по себе, как хочет. То есть это все компетенция верховного командующего, который может на Ставке, на Совбезе поднять этот вопрос, чтобы у нас был единый там, комитет по производству дронов. Более того, нам нужно единое министерство оборонной промышленности или Министерства вооружений, чего у нас нет, это же вообще дикость в условиях войны. Зато есть у нас есть стратегичные галузи промышленности, министерство. Да не просто стратегические. Ну что значит стратегические галузи промышленности? Ну что это такое? Космическая отрасль, которая нам сейчас даром не нужна. Что? Или не, там, атомная энергетика. Нам нужна оборонная промышленность. Оборонная промышленность – это даже гвозди для передовой, для блиндажей. Это патроны, это снаряды, это танки, это бронемашины, это ремонт, это дроны. Это все вместе. Где тут стратегия? Стратегия, да, выживание государства. Но это
Это серьезные вещи. Это всех странах во время войны это есть. У нас этого нет почему-то. Ну, грубо кажучи, ви натякаєте на те, що треба повноцінний перехід на воєнні рейки, і це вже напрошується давно. Ну, я не знаю, как вам сказать, нужен этот переход или не нужен, но тут вопрос так стоит. Либо мы проиграем и станем территорию Российской империи или вассалом России, и тогда мы будем как бы кормить их оборонпром. Либо мы сами, я имею в виду оборонную промышленность, либо мы сами это сделаем, перейдем на военные рельсы. Других вариантов нет. Вот никаких других вариантов нет. Так вот, для того, чтобы... Что может сделать местная администрация, которая... любят кивать наверх, они могут хотя бы закупать дроны напрямую, и у них есть все возможности у местных производителей, которых они знают, и будут понимать, сколько это стоит, куда пойдут эти дроны. Вместо того, чтобы там заниматься благоустройством, что во время войны не нужно делать вообще это преступление, можно просто покупать их PV-дроны, купить сотню, две сотни. Можно дальние дроны, ударные типа шахедов, если есть производитель, закупать на месте. Это сложнее, потому что не в каждой области есть такой производитель. Можно субсидировать какой-то фонд, давать деньги, тот же волонтерский. Никто это не запрещает, который закупает такого рода дроны. Было бы желание выиграть войну, все остальное, ну, варианты решения этой задачи можно найти десятки. Можно самим встать и собирать дрони в свободное время. Окей, дивіться, ви кажете, що ну, у нас координаційним міністерством щодо таких дій є Міністерство оборони. Минулого тижня було рішення зміни до постанови, зокрема, щодо швидшого виробництва або затвердження на прийняття на озброєння засобів радіоелектронної боротьби і дронів. Про це якраз Міноборони повідомляло, що раніше доступ, допуск до експлуатації знаменитих таких от... озброєнь, він був невиправдано тривалим, що потрібно було вивчати технічну документацію, проводити випробування, визначатися, отримувати потреби від Збройних сил України в тому чи іншому засобі, який був виготовлений і розроблений. Тепер це все начебто спростили, і ми отримали такий, ну, принаймні, загальний заголовок, запевнення від Міноборони, що військові тепер швидше отримуватимуть засоби РЕБ та дрони, наслідок того, що скорочена ось ця бюрократична процедура. Тепер на підставі акту спільних відомчих випробувань або зараз результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик можна приймати озброєння на вже безпосередньо передавати у війська. Чи справді це рішення дозволить пришвидшити відповідне виробництво? Ну, в якоїсь степені, звісно, вопрос в другому. Смотрите, вже майже 2 роки пройшло з моменту широкомасштабного вторження Росії, а у нас тільки зараз где-то щось там ослабляють і улучшають. Ну, не смішно ли или не грустно? Это первое, что хочу сказать. Второе, у нас, к сожалению, Министерство обороны не является центральным ведомством, которое всем этим занимается. Вот это все улучшение и упрощение – это для Министерства обороны. Все остальные там ведомства закупают по своему плану, и они могли что-то уже давно упростить, как, скажем, армия дронов и пошла по своему пути там и начала закупать. Но, опять же, у нас нет единого органа, который бы проводил эту политику. В какой-то степени, может быть, и даже это и хорошо, потому что у нас, как всегда, на руководство таким органом назначат дилетантов, которые ничего в этом не понимают и будут пилить бюджет. Но очень хочется верить, что такой орган появится, так же, как и Министерство обороны и промышленности. И президент делает все, что необходимо, своих служебных обязанностей для того, чтобы этим органом руководили действительно не дилетанты, чтобы это были не лояльные люди, наоборот, не лояльные люди, которые душой болеют за то, чтобы у нас появилось больше дронов, и мы выиграли войну, а они для того работают, чтобы иметь какие-то преференции по службе и, может быть, даже какие-то денежные преференции от производителей. Ну що ж, це була розмова наша із Юрієм Касьяновим, військовослужбовцем і фахівцем у галузі виробництва безпілотників, на дві дуже неприємні насправді теми. Одна із них – це те, що росіяни суттєво здешевлюють своє виробництво дронів, якими уже другий день намагаються задавати ударів по території України і перевіряти нашу систему протиповітряної оборони надзвичайно дешевими дронами. Ну а друге, наша українська відповідь росіянам, чому в нас таких дронів недостатньо. Ви почули думки, власне, палітру думок на радіо НВ ми і забезпечуємо. Залишайтеся з нами, друзі, далі продовжимо спілкування у цій студії.